Всем привет, с вами Андрей, это игра Blue Estate. Так, у нас третий уровень, походу. Тони реально похож на какого-то, блядь, турботролля, я не знаю. Что это за толстый уволень? С остатками волос по краям головы, непонятно. Then at the last minute they called him back at the gate and it looked like Tony might even get the chance to show he'd finally changed his ways. He even bit his tongue when the Don offered tribute to Jin Sik to be delivered by Tony himself and withdrawn from his personal accounts. Tony was broke, but determined to finally make his dad proud. Ох, кладбище, судя по всему. The Don didn't just have a sudden change of heart about his son. Jin Sik had taken something super duper precious from him, something maybe even worth risking Tony's life. Так, ну я думаю, что сейчас будет весело. Розовый портфель. Ох, с бабками, нихера себе. Bye bye, doggy backpack. Лошадка. Ты опоздал, говорит. Слышь, ты, петух, я сейчас твою лошадь изнасилую, и тебя тоже. Жестикуляция итальянца, конечно. А, это эту зовут Blue Estate? Лошадь, что ли? Экстра быструю. Jin Sik is going to piss himself with happiness. Okay, delivery boy. Here's your tip. Вот твои чаевые. Ребят, ну сейчас вам придется умирать, я так понимаю. Променял, говорит, своего сына на коня. Я слышу, ну бабки оставь, ты петух. Ну ладно, ребята, сами напросились. Блять, я не могу попасть в упор. Как мне таким жить? Я ж просто хочу в голову попасть. Можно, конечно, шпиговать их в тело просто. Но хочется в Башкирию попасть, понимаете? Челка. Свайпнуть можно. Свайпаем. Не успел я свайпнуть даже. Ай, получи. Ой! Получай, подонок сельский. Щелка, чтоб ты, блядь, отпала ночью. Так, чувак даже не успел достать гранату, вот в чем. Вот в чем казус. А тут надо эти теперь черепа разбивать, я так понимаю. Кладбищенские разборки. Ну последнего давай убивай. Мне бы нормальный. Ля-ля-ля, с розовым портфелем несется. То есть, ну ты так близко не подходи ко мне, я опасен. Нужно, наверное, присесть, потому что. Сука, умирай. Эч! Нужна жизнь, отлично. Пошел вон. Бедные пацаны. Опа. Умирай. Бедные пацаны вот эти с мачете, они, у них вообще шанса почему-то вообще нет. Нужно присесть за надгробием и перезарядиться. Но это неуважение к мертвым, ребята, мы тут устраиваем. Хотя вас здесь и похоронят недалеко, что меня радует. Блять, не угадал я, кто где выйдет. Сука. Слышь, ну они вообще, я смотрю, дикие. Блин. Да умираешь, Штыль, а так далеко он находится. Ох, брат, прости, я не хотел тебя свайпнуть, но чувак сел за крапивой, блять, поэтому я его не определил, челка. К парикмахеру бы тебя, родной. Шпалем здесь вылезет стопудово. Отвечаю. Нет, не угадал. Долго это будет происходить?
Так, наверное, лови гранату обратно. Вот. На тебе в пузо. Блядь, в пузо не берет его, вот что прикольно. Есть. Нужна постоянно перезарядка. Прости, брат. Стой! Сука, ему все равно, конечно, в него можно не стрелять. Вайпнул. Отлично. Отлично. Кувырки вот эти все. Сука. Просто пробежали пацанов и все, никого не убивали. Туман, нихера себе. Ой-ой-ой, тут с лазерными прицелами, ребята. Сэм Фишер из Splinter Cell прям. О, мне нужен этот автомат. Бля, челка ты вонючая. Слушай, автомат добротный. И патрона много. Да, блядь, толстый вообще, не... сука, пуля непробиваемый монах. Бля, и быстро так перезаряжается. Вот это УЗИ какой-то больше, чем автомат, да? Я их не вижу, они в тумане все. Они почему-то меня сразу видят. Из глубины причем. Брат, прости. О, терминатор. Свайпаем жизни, отлично. Пока все идет, в принципе... Блять, я не вижу, то череп был или что-то. Нужно найти какую-то, короче, могилу определенную, я так понимаю. Перезарядка. Ну пошел вон. Что за, блядь, Дарт Вейдер, видели? С красным лазерным мечом. Толстый ган. Хотел его снести рукой. Но случайно он угодил. Короче, не в том месте, не в то время. Аля, там пос... Короче, друг по другу стреляют в темноте. Граната! Челка. Терминатор. Кто по мне так... Бля, со всех сторон по мне стреляют. Ребят, это так не делается. Бля, это еще и встают зомби проклятые. Да, разборки, конечно. Я здесь, братан, куда ты погнал? Блять, ну ты хоть меня не ешь, лошадь, ты же Blue Estate. Так. Сейчас я свайпну. Отлично. Пока вроде все чисто. Ух, ёб твою мать, сколько их там? 5-6. Сейчас можно их в спину всех поубиваю? О, надо завалить мадам. Блять. Все? Нет, еще... Где мои деньги, суки? Так, ну пока вроде получается. Мне нравится, что здесь очень много патронов, поэтому можно на гашетку нажать, не задумываясь о том, что скоро перезарядка. А, да, иди ко мне спиной, я сейчас тебя обоссу. Ух, нихера себе, автомат на очередь мне не особо нравится, когда меня рубают просто по-дикому. Вон череп, да, по-моему, стоит, если я не ошибаюсь. Ну, два черепа за всю карту сбить, это, конечно, вообще понты. Но здесь... Фу, блядь, думаю, кто-то стоит. Здесь очень тяжело, видите, очень такой густой
Ну ты... Я понял, его, короче, не убьешь. Просто пусть бежит. Так, ребята в тумане, это хорошо. Откисай пока. Не, вот этот автомат мне нравится, он крутой. Доги стайл. А, это кладбище домашних животных, походу. Дога, дог-йога. Ляпуху, да, как дал сейчас? Блять. Протер стекло себе. Флюзеляж забрызгало. Зайчик умер? Или это просто пингвин, даже видели? Умирай, сучоныш. Ох, я рыбе в глотку прыгнул. Так, ну три черепа разбил, походу, из восьми, да, я так понимаю? Блять. Толстого надо сбить. Слышь, хорош, кто еще? Откисай пока. Ты тоже ведь. Ох, ты еб твою мать. Акула какая-то. Чак Норрис, real name is Carlos. Настоящее имя Карлоса, Чак Норриса, да? Это серьезно? Или это шутка такая? Я ж верю в вашу хуйню. Все умерли. Не, вот это автомат добротный. Та-та-ра-та-ра-та-та. Ну да, место выглядит по-другому, если видно все, а не в тумане. Так, это что такое? Склеп какой-то модный. Ку-ку. Нихера себе, этот Голливуд пошел. Это что? А, скользкий пол опять, как обычно. Скользкий пол. Это мы уже проходили, на самом деле. Ух, я сейчас двоих снес просто. Ебеням, можно сказать. Как-то эти штуки называются, вот, где хранятся вот эти пепел. Я не понял, как называется, кстати. Да умирай, бля, ёб твою мать. На самом деле, дорогие друзья, не так все легко, как кажется, с прицеливанием, поэтому... Так... Кто следующий? Ух ты, ёб твою мать, как далеко. Ля толстый скользит, как Майкл Джексон. Я, на самом деле красивые какие-то ласточки. Или кто это такие, какие-то птицы. Блять, ну я просто от толстого не ожидал, что он упадет, поэтому не смог среагировать на всю эту движуху. Прости, брат. Пацана в синих спортивных штанах пришлось сразу положить. О, сельский фермер с двухстволкой и клетчатой рубашки. Кто? Откисай пока. Нужна перезарядка. Брат, прости. Чёлка, сука. Чувак в халате. Это мой друг Роман, походу. Так, мы расколотили еще один череп. Так, я понял, потому... Потому можно не стрелять, видите, он, блядь, бессмертный. Джон Ву момент. Ой-ой-ой-ой. Blue Estate. Лошадка, стой. Так, сначала убиваем тинейджера в кепке. С пистолетом. Так, тут перезарядка. Блядь, что это за мексиканский выродок? Ну, who's next? Пацаны в бронежилетах, которые им нихуя не помогают совсем. А ну давай, я хочу тебя
Вот так вот. Отлично. Слэп. Только сейчас выработать не гранату, он ее кинул, кстати, блядь. Сейчас будут бошки. Три бошки есть. Башки. Люблю свои волосы. Я это понял уже. С такой лохматкой будет только ходить тот, кто действительно любит свои волосы. Поэтому нормальный человек не будет ходить. Тот, кто, сука, помешан на своих волосах. Оп! Отлично. Блять, сколько вас здесь, ребята. Ну так, так дела не делаются. А, тот чувак побежал с портфелем, его не убьешь, я понял. Кто здесь еще живой? Перепрыгиваем. Автомобиль откисает. Сукин сын. Пока можно взять перезарядку, передохнуть. Так, что у нас здесь? Непонятно. Ого, с автоматом, слышь, ты так сильно... Я выстрелил чуваку в гранату, когда он ее кидал, она взорвалась у него в руках. А челка мне порит всю малину. Толстый, не секели. Иди сюда, ладно. Поближе тебя подпущу, чтобы заработать побольше очков. Стройка пошла уже. Дельфинарий строят на кладбище. Ку-ку! Они так выныривают из ниоткуда, мне это нравится. Определенно. Опа, сейчас я его сзади. Блин, думал, он подойдет ближе, я его удушу. Сука, пришлось у него стрелять. Вот то еще, блядь, Маскрайдер, видели Бэтмен? Куда? Где? Как? Что? Угадал. Откисай, родной. Патроны надо свапнуть. Есть. Слышь, не ломай патроны. Сельский Тимати. Прострелил через доску. Да стой ты, подонок. Блядство сельское. Нихера себе, челка на одну секунду меньше даже падает. И здесь уже появляются просто мексиканская армия упырей. Кладбищенских. Как такое возможно? Куча подонков и дегенератов. Последних вообще выродков, отбросов общества. Все здесь. Череп. Я вообще-то нажал, успел нажать. Что за дерьмо? Жизни нужны, конечно. Блядь, то, что они сразу не проймешь, я так понял. Опа, это какие-то еще на ключике, он себя даже запечатлил в виде статуи. По нему нужно стрелять или нет? Нет, по нему не нужно. Откисай, толстый. Так, ребята, ну давайте мы не будем ссориться. Вам это не надо, у меня осталось 30 патронов, сука. Чик. Патронов-то нету. Вот в чем прикол. Оббегаем аккуратненько. Бам. Могилу надо перепрыгнуть аккуратненько. Мне после, конечно, этого УЗИ или что это, пистолет здесь вообще никак не вяжется. Блять, сколько я уже этих черепов разбил. Не, ну сложновато после УЗИ на самом деле с пестиком ходить. А на пестике все равно 10 патронов. You're gonna hurt yourself. I
Да бы я был то. А там бабах нету, походу. Не, нормально все. Блять, упал. Ой-ой-ой-ой. У меня есть бабки, у меня даже есть тупой конь. Слышал, папа? Тони Лучано сегодня победил. Ой-ой-ой, сейчас меня будут закапывать, что ли? Ребят, вы это-то, не надо закапывать. Бля, сейчас поебу тут лопатой. Нет, нет, не вздумай, толстый уволень. Сука, блядь. Нормально? Сколько я черепов сбил, как вы думаете? Один череп я не сбил, ну я, по-моему, помню, где он. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этих кладбищенских историях и на том, как меня, судя по всему, сейчас закопают в могилу, мы закончим в этой части. Всем спасибо за внимание, с вами был Андрей, всем пока!